27 аварий с участием наземного общественного транспорта зафиксировано в Люберцах с начала года. Почти в 80% случаев виновниками ДТП стали водители маршруток и автобусов. Дорожную ситуацию с представителями компаний-перевозчиков обсудили специалисты администрации. В авариях с общественным транспортом травмы получили 39 человек. Это на 7 больше, чем годом ранее. По видам дорожно-транспортных происшествий хотелось бы отметить, что у нас рост идет по падению пассажиров. Ну и на лидирующих позициях это, естественно, столкновение. На уровне, даже на немножко снижении, мы держим наезд на пешеходов. Чаще других виновниками аварий становились водители компании «Автоколонна 1787» и «РАД-Транс», на их счету по 8 ДТП. Чуть реже в дорожные сводки попадали перевозчики «Ставтранс», «Диалан Мобайл» и «Автотранссервис». Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.